Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Россия здійснила удары по нашей військовой инфраструктуре и по нашим прикордонникам, прикордонным загонам. В багатьох местах Украины было чутно вибухи. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Героям слава! Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Think that it's the last safe day in Kyiv. Not sure, but it's in my sensation. I hope that in this moment my wife in heaven and everything was perfect in her life.
что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. It's not about I want to talk with Putin. I think I have to talk with Putin. The world has to talk with Putin because there are no other ways to stop this war.